Один человек пришел в филармонию послушать концерт камерной музыки. Был разочарован, расстроен дисгармонией. Он обратился к дирижеру и сказал: слушай, зачем вот это вот огромное количество разных инструментов? Почему ты не можешь использовать только виолончели? Если бы искали скрипки или только саксофон, то мелодия была бы красивее. Дирижер ему сказал: ты знаешь, все наоборот. Чем больше разных музыкальных инструментов, тем колоритнее музыка. Каждый из них играет по-своему, слышится по-разному, но умение соединить их вместе в одну единую мелодию делает ее совершеннее и величественной. В Торе Всевышний просит у первосвященника Аарона зажечь 7 лампадок святой миноры в храме. Вместо слова «зажги» используется слово «баалатха», когда ты будешь поднимать эти свечи, когда будешь возвышать их. Что имел в виду Всевышний? Каббала и хасидизм объясняют, что есть разные характеры, разные привычки, разные корни души. Их в общем 7. И вот для того, чтобы объединить их вместе, нужно обладать талантом дирижера. Каждый из нас выполняет функцию Аарона, первосвященника. Мы зажигаем минору этого мира. Надо смотреть на разных людей и объединять их в одно общее целое. Причем не надо изменять этих людей. Пусть один остается самим собой, и второй остается самим собой. Но вот эта гармония – это талант. И если эта гармония будет существовать вместе, а гармония в данном случае – это шалом, то мы сможем возвысить их. Вот это возвышение и символизирует собой объединение этих людей, дать им возможность существовать вместе. Это может применяться и в семье, когда мы разные люди. Муж, жена, дети. Когда семья существует вместе, объединенно, и при этом каждый остается со своим характером. И при этом одному не мешает характер другого, а наоборот, он только дополняет его. Это можно использовать на работе. Нужно только хорошо выучить ноты. Не случайно мы приводим пример музыки, которая одухотворяет этот мир. Она возвышает нас, она объединяет всех сидящих в зале. Мы разные люди, но мы получаем удовольствие от этой музыки. Для того, чтобы стать дирижером этой жизни, нужно открыть книгу жизни и изучать ее повседневно. Шалом, шалом.